США от осложнений из-за коронавируса умер бывший госсекретарь Колин Пауэлл. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений из-за коронавируса, передают Reuters. Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, умер сегодня утром из-за осложнений коронавируса. «Мы потеряли замечательного и любящего супруга, отца, дедушку и великого американца», говорится в сообщении. Пауэлл был полностью вакцинирован, отмечается в публикации на его странице в Facebook. В 2003 году Пауэлл выступал в зале Совета Безопасности ООН с пробиркой в руках, говоря о необходимости ввода войск в Ирак для предотвращения использования оружия массового поражения Саддамом Хусейном.